Компот, добро пожаловать в мой магазин игрушек. Что ты желаешь у меня купить сегодня? Ну привет, ребенок. Я хочу купить у тебя вот эту вот удочку. Сколько с меня? Эта удочка стоит 3 конфетки. 3 конфетки? А тебе какие? Вот такие вот розовые или вот такие вот ванильные? Ой, а давай 2 ванильные и 1 розовую. Все, я тебе отдал конфетки, теперь эта уточка моя. Ура, ура, давай еще поиграем в магазин. Мне так нравится что-то продавать, я так много конфет получаю. Мне очень нравится, я в будущем хочу стать продавцом. Слушай, это, конечно, прикольно, но мне нужно на работу идти. Ну еще поиграть. А, только не плачь, пожалуйста. Ладно, сейчас я подойду. 1 секундочку. Господи, сколько это может продолжаться уже? Эй, житель. Погоди, Компот, я работаю, не мешай, пожалуйста. Житель, мы договаривались с тобой, что я поиграю с твоим кузеном 30 минут. А я с ним играю уже 2 часа, и он все хочет дальше и дальше, а мне на работу нужно идти. Ну, Компот, ну да, ну я же тебя попросил посидеть с ним. Ну, пожалуйста, мне нужно написать важную новость. Ладно, житель, но помни мою доброту. Играю с ним последние 30 минут. Ох, ладно, пойдем, хорошо? Тогда попозже поработаем. Ладно, давай поиграем еще. Слушай, а как ты думаешь, а вот если я действительно стану продавцом, у меня будет много чего покупать? Ну, слушай, продаешь ты очень хорошо все за конфетки. Я думаю, что да. Слушай, так это так классно. О, у меня идея. А пойду-ка я с другими жителями в магазин поиграю в деревне. О, давай, давай, давай. Это правильная идея. Удачи тебе. Не споткни, не смотри нигде. Фух, наконец-то идем на работу. Всем привет, ребята, меня зовут Компот. Добро пожаловать на мое новенькое видео. Короче, к нам в деревню приехал кузен моего соседа. И мы с ним играли в магазин игрушек. Он типа открыл магазин, продавать свои игрушки начал, а я типа покупаю у него себя за конфеты. Это, конечно, было очень весело, но мне работать надо, ребята. Работа-то простаивает. У меня сегодня, правда, ее не так много. Мне нужно брать всего лишь 2 грядки. Но несмотря на этот факт, я все равно не могу играть в игры 24/7. Поэтому, ребята, все, берем в руки мотыгу и начинаем собирать вот эту морковочку. И также про пшеницу не забываем, кстати говоря. А где ребенок? Я что-то сейчас подумал, его что-то нигде нету. Ну, может быть, играет там, не знаю, что-то кому-то продает. Ладно, пофиг, короче, все, занимаемся работой. И как только я закончу, я к вам вернусь. Фух, ну наконец-то, вроде я закончил со своей работой на сегодня. Даже пришлось немножечко полить свои грядочки. Все, теперь можно возвращаться домой. Возвращаться... Подожди, стоп, глаза протру. Секунду, а что с моим домом? Я не понял. Эй-эй-эй, чувак, ты что сделал здесь? Компот, добро пожаловать в мой магазин игрушек! Ты мою кузницу испортил! Ничего я не испортил, я просто понял, что мне нужно развиваться и становиться профессиональным продавцом, поэтому открыл свой собственный магазин, взял все игрушки, которые у меня были, и решил их продать. Так, посиди, пожалуйста, здесь, да? Ты большой молодец, сейчас, 1 секундочку. Житель, твой кузен с ума сошел! А вот, я работаю, я занят. Во-первых, во-первых, 30 минут уже прошло, а во-вторых, посмотри, что он с моим домом сделал! Офигеть, слава богу, это не с моим домом произошло. Да ты чё, житель, обнаглел, что ли? Давай, иди, забирай своего кузена и кузницу мою отмывай, она вся перекрашена. Ну, Компот, нет, погоди, пожалуйста. И, во-первых, я работаю, во-вторых, если я это буду делать, он же начнет плакать. Так, а я что сделаю? Где мне жить? Ты посмотри, что с моим домом. Там теперь магазин игрушек ребенка. Компот, пожалуйста, давай как-нибудь договоримся. Давай ты просто с ним еще немного поиграешь. Нет, ты с ума сошел, житель, я хочу отдохнуть после работы. Ты посмотри, что с моим домом стало. Компот, поверь мне, он обязательно уйдет. Он 100% уйдет, просто нужно купить у него все игрушки. Просто их купи, и он уйдет, и все будет нормально. Ага, сейчас, где я деньги ты возьму? Вот, Компот, пожалуйста, возьми. Все, купи у него все игрушки, он уйдет. Обязательно, а дома я тебя отмою. Ну, житель, смотри у меня. Не дай бог, он не уйдет, потом придешь его забирать. Так, ладно. Ну давай, рассказывай, что здесь у тебя. У меня здесь магазин игрушек. Все мои игрушки, которые мне когда-либо покупал. Житель, я все решил их продать. Будешь покупать? А у меня есть выбор. Не, надо покупать игрушки. Ладно, хорошо, давай посмотрим, что у тебя здесь за игрушки. Ну офигеть, конечно, ребята, посмотрите, как он четко перекрасил мой дом. Мой дом теперь выглядит таким детским, игрушечным, плюшевым. Я не знаю, кого еще назвать. Такие яркие цвета, просто жесть. Ладно, хорошо, я хочу купить у тебя, о, вот эту вот штучку. Сам ты штучка, это вообще-то ксилофон называется. Ну, я таких слов не знаю, сколько с меня. О, это те самые изумрудики. Это как взрослые расплачиваются. Прикольно, я до этого только конфеты зарабатывал. С тебя 64 изумруда.
Не-не-не, погоди, ребенок, у тебя так никто ничего покупать не будет, это слишком дорого. Ладно, тогда один изумруд. О, вот это я понимаю, весьма хорошие цены, пожалуйста. Все, забирай, теперь это твой инструмент, можешь на нем играть различные песенки. Слушай, ребенок, ну вот вроде и все, я у тебя купил что-то, наверное, пора закрываться, да? Нет, ты че, я пока все не продам, я отсюда не уйду, это реальный бизнес у меня такой. О, ладно, хорошо, окей, что у тебя бы еще такого интересного купить? Тебе в прошлый раз уточка понравилась? Бери уточку, сейчас завоз новый, хорошие уточки. Окей, ладно, сколько стоит эта уточка? Уточка стоит у меня 5 изумрудов. Нифига себе, помню, что 3 конфетки тебе дал за это. Ну, цены растут, сам понимаешь, аренда, вот это вот все, магазинные дела. Какая аренда, ты в моем доме открылся? Окей, ладно, хорошо, держи, пожалуйста, 1, 2, 3, 4, 5. И продано, все, можешь забирать свою уточку. Фу, спасибо большое, все, давай теперь у тебя оптом куплю сразу все. Нет, так нельзя, все, я тебе больше ничего не продам. Стоп, это еще почему? Ну как это почему? Ограничение товару в одни руки по 2 товара. Это как? Да, я все хочу купить. Не, мой магазин работает не так, иначе другим желающим не достанется. Ребенок, так тут желающих нету. Ну вот, когда появится, тогда поговорим. Все, иди. Да, так нечестно. А как мне свою кузницу назад вернуть? Черт, ребята, мне это совсем не нравится. Я так никогда свою кузницу назад не заберу, потому что ребенок там, грубо говоря, прописался. Он открыл магазин и уходить не хочет. Нужно что-то делать, что-то придумывать. Хотя, стоп, у меня есть небольшая идея. Эй, жители! Слушайте, у меня к вам вопрос. О, тут как раз собрание. Жители, привет. Привет, Капот, что такое взбудораж? Короче, жители, у меня к вам небольшая просьба. Не хотите купить игрушек у ребенка? Ага, Кабот, ты же с ума сошел, какие игрушки? Короче, долго объяснять, там один ребенок открыл магазин игрушек прямо у меня в доме. Их нужно все купить, иначе он не уйдет. Ага, какой-то интересный, не, мы свои изумруды тратить не будем. Жители, так не надо свои тратить, вот там 58 изумрудов. Разделите на всех и купите у него игрушки, я вас очень прошу. А, ну так вроде бы можно, ну ладно, Кабот, хорошо, мы тебе поможем, показывай, где это. Ух, жители, спасибо вам огромное, пойдемте скорее за мной. Это находится в моем доме. Так, бегом. Эй, ребенок. Я привез тебе много покупателей. Ого, ничего себе, как много клиентов. Компот, спасибо большое, сейчас все свои игрушки продам. Все, давай, ребенок, хороших тебе продаж. Жители, купите у него все, вообще сметите все с полок. Не буду вас отвлекать. Ура, я сейчас столько всего продам, вообще будет суперски. Так, жители, а что вы хотите купить? Привет, ребенок, я знаю, что хочу купить. Это, как его называется, овечку. Овечку, видимо, любишь белый цвет. Ну ладно, хорошо, вот эта вот овечка у меня будет стоить, знаешь, сколько? 5 изумрудов. Хорошо, 5 изумрудов, пожалуйста, возьми. Все, я тебе овечку, как и договаривались. Так, следующий, кто там у нас, ты? Да, я хочу купить, знаешь что, я хочу купить шарики, я хочу купить игровую приставку и лягушку хочу купить. Слышь, тут так не получится, только 2 товара в одни руки. Ладно, давай приставку и лягушку. Во, вот это другое дело, из тебя 10 изумрудов. Пожалуйста, держи. О, отлично. Я сейчас так все продам. Давайте, все у меня покупайте. Буду рад видеть вас снова в своем магазине игрушек. Приходите еще. Так, смотрите, вроде очередь пропала. По сути, значит, все. Все игрушки были куплены и все оттуда ушли. Ура, все побежали быстрее. Ну че, ребенок, как твои продажи? Все супер, Компот, у меня все покупают. Я решил воспользоваться моментом и поднял цену. У некоторых жителей даже денег не хватило, прикинь. Понятно. Это ты, конечно, молодец, что так сделал. А чё с остальным товаром делать? Ладно, Компот, за то, что ты мне сдал в аренду кузницу, ну, по своему собственному желанию, я тебе дам немножечко игрушек, ну, точнее, продам. Да, по собственному желанию сдал кузницу в аренду. Окей, хорошо, я могу взять сколько угодно. Да, вообще сколько угодно, выбирай, что хочешь. Отлично, ребенок, тогда я хочу все, абсолютно все игрушки, которые висят у тебя сейчас на витринах. Вот это вот хочу, например, вот это. Ну, короче, все. О, отлично. Это тебе обойдет, знаешь, во сколько? В 60 изумрудов. О, супер. Мне как раз хватает. Все, пожалуйста, забирай 60 изумрудиков. Продано.
Ты можешь забирать это все себе! Ты рад? Конечно, рад! Вообще чудненько, я бы даже так сказал. Так, все, я закончил работу. Ну че, компот, кусенка, как вы поиграли? Ой, дядь житель, мы так классно поиграли в магазин! Вот компот захотел, чтобы его в доме открыл собственный магазин игрушек. Я это, в принципе, и сделал, все продал. Да, именно это я и попросил сделать с моим домом. Мне ж жилось скучно. Ой, компот, спасибо тебе большое. Спасибо огромное. Я тебе обязательно дам изумрудов. Нет, ты обязательно мне стены должен помыть. Да, это тоже, естественно, сделаю. Кузенка, что, может, пойдем погуляем? Пойдем, компот как раз у меня все купил. Все, магазин объявляется закрытым. Все, счастливой вам прогулки. Все, наконец-то, ребята. Наконец-то теперь эта деревенская кузница моя. Офигеть. Не, ну выглядит, конечно, забавно, но я тут жить так не смогу. Это все срочно нужно убирать. Игрушек еще столько осталось. Капец, куда их теперь девать? Я не понимаю. Ладно, благо, что мои Понятно все. У меня куда-то пропали мои предметы, теперь в сундуке огромное количество конфет. Именно об этом я и мечтал. Вот теперь буду сидеть в конфетах за место телефона. Ладно, ребята, пойду я очищать свою кузницу и все это убирать. А с вами я прощаюсь. Не забывайте ставить лайки и подписываться на мой канал. Сегодня ребенок открыл магазин игрушек прямо в моей кузнице. Всем удачи, всем спасибо. Всем пока, ребята.